пизды дам. Вам меня не жалко? Хорошо. Свой друг тоже зови, не? Придется драться. Хорошо. Ну, на товарах он нормально заработал. Ну, и рабочих тебе, я не знаю. Говори. Да. Блядь. Зло приближается. Я жду. Что это было? Он умер или что? Нет, это приближается. Дрюс, у тебя шмот цепится. Что за хуйня, Дрюс? Хуй знает. Я голду заработал. Хорош. Но у меня зло. Голда же лежит. Ну, я пошел. Я не смотрел. Я его просто пишу. Хорошо. Готово. Ну, я пошел. А, я не заметил. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Хорошо. Я готов. Ну, я пошел. Короче, зря я до 10 минуты начал строиться, так скажу. Зерадо. Такое может быть. Да. Ну вот, меня убью. Чего? Ну, я пошел. Готово. Да, господи. Сколько там я проебал? Хорошо. Ну ты, я так понял, прогрейдил там уже много, а то у меня кулдаун. Это плохо. 50 минут будет, и денег будет много. Я как раз откатится. Я пошел. Да. Я со спланер сейчас трейдера получить деньги, так получить деньги, и типа у меня будет вообще курс 7 или 8 лол. Я нашел. Плюс. Че нашел? Ну меня. А, ну. Перестраивайся. Придется. Так подожди, у тебя уже этот Джейд уже. Ну да, он не сломает его. Я еще не пытаться, нет? Не, он точно не сломает его. Я лучше не буду играть. Готово. Да. Слушай, можешь мне леса прислать немного? А уже нельзя. Уже нельзя. Я жду. Исследование завершено. Дрюс, на нас напали, говорят. Да, он с этой хуйней уже. Да. Кой? Хорошо. Ну, который бахает. Хорошо. Похуй. Чего? Да. Постройка завершена. Так, опять работа. Чего? Постройка исследования завершена. Да. Да, господи. Чего? А, ну у тебя, я смотрю, там работа идет уже. Да. Ну блин, пришлось отстраиваться. Чего? Неудобно, неприятно. Город наших союзников посадил. Да, не ломает. Немного голды получает, но это хуйня, он больше да, времени тратит. Огонь и смерть! Так тут и нихуя нет, лол. Говори. Не хватает дерева, не хватает дерева, не хватает дерева. Да. Зло приближается. Опять хитрый Максим. Да. Зло приближается. Плюс тебе можно баннер дать? Да, я не могу дать. Не могу тебе дать баннер. У тебя и моторская хпшная. Да, кстати, ну их надо бить. Центр-то говори. Стоит. Да. Ну майн нужен, чтобы градиться. Лоль. Ладно, будем майн сейчас строить. Так, я сейчас нам баннер все возьму все-таки. А, нет. Опять работай. Зло приготовить. Исследование завершено. Да, господи. Блять, я же почти успел, а я же уже упрыгивал. Да ладно. Вот я вижу эту хуйню, что он ТП-шится, и, короче, вызываю этого мудилу, который бывает на виз, я ТП-шусь и умираю в этот момент. Прям ровно секунду в секунду. Ну, гоп! Последний рематч, все, заебало. Да я в ней, я в рот ебал, Дрюс. Честно. Последний не хочешь? Не-не-не. Давайте всех подождем. У нас неплохо получается. Ладно. Нет, заебись, обдумаем там все, типа напишем, как играть. Да нет, стратегия уже ясна на самом деле. Ну да, это я говорю, если типа. Короче, смотри, я так понял, если народу мало, то типа стены нельзя строить. Если народу много, то надо строить стены каждому сразу и просто с лейерами дефить. Я правильно понимаю? И так вот, в принципе, 6 лейеров задефят одну стену, типа. Изи. В начале, да. А когда вы вдвоем, вам надо именно мансовать. Слышите, вы еще не закончили? Точнее, еще не начали? Да закончили. Что делаете? Не знаю.
Фанты, я ФКС начали, пока запускал потихоньку. Да конечно. 3 на 3, нет, на сколько? 7 человек как раз. 7 человек, да, действительно, 3 на 3. Ну без меня играть 3 на 3. 7 человек, да? Ну без меня. Это что-то на уровне дробовиков, Митяй. В решающих раундах. Я понял. Блин, надо было за бананами сходить. Не, ну надо просто набрать там, где Александр, допустим. А, это они... Фаник на Луне, я думаю, что Луна постоянно в харде стоит. А, они что, играют? Чуть-чуть, да, и... там соло против хвоста играет. Рокскиз против Пэров, что ли? Ой, нет, Рокскиз против Нави, да. Ебать. Ебать, сейчас инсайд спалил, жесткий. 13-17. В смысле? Ты сказал, ну типа соло против хвоста. Ну он последнее время соло всегда в Рокскиз был стендином. Да, да. А хвост в пэрах. А, я понял. Вот оно чё. Лол, фак. Что? Распизда тебе после такого инсайда. Куда делать? А чё за инсайд был, парни, пропустил? Да я сказал. Рокскиз соло? Не-не-не, хвост в Power Rangers. В пэры, да. Они это понятно было. Скинули себе, скинули. О, вот, Максимка шарил это изначально еще. Блин, это понятно было, ё-моё, перекупили белорусы. Батька там присматривал игроков в свою команду. Пишут, что хвост не играет. Ну, конечно, он же не в Нави играет, а в ПРах уже. А, хвоста таких, но он... Ну, понятное дело, он уже не... Вместо него век. Ну, вот еще. Не, хотя век там в другой команде. Это основная проблема Нави на сегодняшний день. Да, чё-то сори, гайз. Я забылся. Может, пока этот какой-нибудь Евикс арену покатаем? Пас. Пас. Не-не-не. Скрю, вы можете покатать, я в любом случае пока это в магазин схожу, хоть посмотрю потом. Эй, пойдём в КС зайдём. Ну вот, вас семеро, и глядите тогда 3 на 3 играйте, я в магазин. С нами же Витя ещё, может, 4 на 4 как раз таки? Витя. А Витя не играл случайно в том матче. Где этот? Короче, пойдем 3 на 3, нормальная хуйня. А кто у нас хостить может? Без задрота. А у нас, кстати, хостов. Сервер сделать. Реально. А, так у нас же Клайд. Так нету их как раз. Клайда нету. Там был сервер, который парень ты давал. Был, но кто в Варконе шерит? Мы что-нибудь в Варкрафте поиграем, потом придет Нексус, там он... с админами Твича договориться, с Витей, там Витя зайдет в КС, и все зайдем в КС с хвостом из сол, и уже это... А зачем Нексусу договариваться с... Так мы бы размялись пока. Твича. Ща. Фак, ты видел в скайпе вон фотку? А чё за фотка? А, погоди. Нет, не та фотка. Не скидывай сюда. Да не, я не скидываю, я... Блин, да, что-то да. Не показывают графики. Мне кажется, там довольно-таки неплохо дела обстоят сейчас у Роксов, только что-то они не дерутся, не пушат. Не хотят они активных действий. Блять, ну этот вампиризм. Вампиризм, да, Андрей. Надо было Митяй сразу, как ты это самое голду своровал, когда у тебя появилось, сразу сделать себе сафировую стену эту санную. Или там нужно две голды, чтобы ее сделать? Я же сделал. А, Джей, ты стоял? Андрей, а, ну че? да, ты, бля, ну это так на самом деле неприятно, что он залетел, хотя у тебя и пятый левел был вполне. Я уже пролетел героем, уже вызвал эту хуй и путлу, и уже героем ты вышелся, досадный батарей рабочий, и он его убил планшотом. Короче, ребят, ничего не хочу не сказать, но с 4 игр 3 раза к инмейту я залетел на телепорт. Ну так-то да. Пора 5 дерева тратить на вышки, или сколько там, 50 стоит? Да, там вышки надо тратить, а ты просто в тупую через камень проходил? Душой прошел, через камень поставил, и все. Лол, то есть ты даже не изначально там стоял? Три раза подряд, ты че не... Не знаю, я к минуте 12-13 ставлю себе этот... Причем... Трусайт и типа... Причем я спалился, короче, я видел инмейта там, но у него стоял этот мудила, который инвиз давал. Я ждал, пока он кончился, но я просветкой прямо на базу светанул. Инмейт сказал, меня спалили, я думал, сейчас уйдет. Я туда завожу душ, он не уходит, и я уже полетел.
То есть надо еще... Чай, ну это фейл, у тебя же был этот самый герой пятого левела давно. Кто спорит, на кулдаун у него? Я же сказал, Андрей, я ждал, пока кончится этот... Ты понимаешь, что оно взрывается, потом, когда он кончается, еще 30 секунд, 3 минуты, его нет. Не, слышишь, но тогда твоя ошибка очевидна, то, что стенками ну, просто... Да, ну все, типа, я же говорю, надо это разобраться, и все будет, огонь. Все, ну мы работу над ошибками провели, теперь мы этого вампира будем пиздить как хотим. Ребят, даже. Только я не могу провести, потому что я не понимаю, что мне делать будет. Надо делать, если у меня, типа, бабок не будет. Если у тебя бабок не будет, там, я тебе скажу, непростая задача. Ты тупо фармишь на слейерах, ты фармишь грейвами по возможности. Он не может убить слейера, понимаешь, без слейера денег. Слейера не покупай, без денег. Вот у меня не, было вполне слейера, может, он ствол, должен он купить не... за 145 голды эту штуку. Знаешь, у меня а на был... нее нафармить должен берёз, этими... Берёз. У меня сейчас был слейер, грейвами. А не створни, он не мог этой штуки его убить, у него было 7 хп. Да, но типа, когда играешь против нескольких, то там можно как-то все это замутить. Ну просто короче, вот, сейчас у него шансов не было именно слейера убить. Вот так вот каждый раз он меня... Ну типа, понимаешь, ты скупал Мудил, флаги, да. Я бы не мог их скупать, у меня я было как раз так, там 5000 хп. Там плюс несколько тысяч, ну не хватает контроля, чтобы все делать, в итоге можно просто, вот ты вот в хорошей игре, я помню, я раньше задрачивал вампиризм, много играл в него, вот, и там такая ситуация, то что типа, если ты убиваешь слейера, то это охуительный бонус для вампира, это просто фаталити. Если ты ставишь грейв и там убиваешь хоть несколько пионов, ну, это тоже заебись. А, кстати, что он вот, дешевый. Я вспомнил, на чем фармиться-то, на пионах фармиться. Типа, грейв первых пионов, если их много в одном месте, убивают там за 3 тычки, типа. Да-да-да-да, там еще на самом деле добавили эту халявную штуку, то, что когда ты бьешь тавр, ты получаешь голду с него, не тавр, а стенку. Раньше было еще жестче, там не было этой хуйни, там, если тебя никто не фидит, там просто пиздец какой каталово. Ты там как-то бомжуешь на этот, на убийцу слейеров, с нее ты бомжуешь на, типа, вот этот рикошет по зданиям, потом им фармишь. И только потом там что-то покупаешь нормально и можешь что-то делать. А Руксы выиграли, походу. 5-1 драка, да, после Роши. 5-1, причем счет уже 14-26 в пользу Руксов. Ракскис. Слышите, а Бу один что ли? Что, почему сверху? Да, Best of 1. Команда просто класс? Так лол. Так сейчас мы в КС пойдем. Да, скорее если всего. Если Бу один, то да, хотя бы солочь будет. Ну да. Там да, там уже слишком жестко. Рокскис. Кстати, Рокскис сейчас, у них есть свои эти самые балахоны, типа на вишнах. У меня даже есть такой же, пиздатый. На правах рекламы их можно купить на Place for Pro. Или Place to Play. Нет, Place for Pro. Не. Что? Play with Pro Players. То, что Play надо, with да. Pro Players? То, что надо, да. Рекомендую всем. А тебя покупают там Митяй до сих пор? До сих пор, да. Изи. По-моему, Митяй единственный, кого там покупают до сих пор. Я не могу говорить точно. Да, блять, его покупают, чтобы он решал всякие контрольные по математике школьные. Это тоже. Ну, давай так, в отличие от некоторых я могу это делать. Ну да, тоже правильно. Тут теперь вот век на один, вот один раз сыграл за стендин, и как сплит потом будет. Не сплит, а как его, скрин, во. Слушай, Митяй, а матрица это школьная программа или это уже институт? Ну, блин, есть математический класс, школьная, так? Ну, да, школьная. Ну, ты можешь их решать. Ну, думаю, что могу. То есть, ребят, если у вас проблемы с математикой, то... Не, ну, конкретно можно... вот на матрице, там, первого курса, я думаю, я еще вспомню. Ну, а что там? Там ничего сложного же нет. Ничего сложного, допустим, надо хотя примерно помнить, что с чем складывается, что с чем вычитается. Вот надо примерно помнить, я в это время уже, как бы, когда был в институте, я не ходил ни хуя. А вы о чем? Я что-то просто... Я все ходил, но мне надо найти будет тогда просто какую-нибудь свою эту тетрадку, и все будет заебись. Там что-то по диагонали, что ли, складывать? Вы просто... Это если маленькие. Да. Типа равные матрицы. Что вы, да? Ну ладно. Вот я знал. Да. Кстати, Дрюс, тут заезжал вопросик, а когда будет твой этот марафончик дня рождения? Марафончик дня рождения, он переносится, потому что у меня, блядь, что не день стрима, то марафон. Как бы, то есть он будет не совсем, скажем так, в тему. Это будет как регулярный стрим, потому что я в последнее время там очень долго стримил. 12 часов в день, 14, 18 даже был один день часов.
Так сделай 40-часовой марафон. Да, в день рождения, типа в честь 40 лет, 40 часов. Да, на 40 лет, на я думаю, я сделал марафон 40 часов. А, ты об этом? Видели, кстати, первую вот, русскую озвучку, которую в Китае? Проб, да, ну, бля, голоса, темные, голоса у них крутые. Голоса крутые, но там, по-моему, перевод зашкварный. Голоса нормальный, перевод очень. Светлые победили, курьер сил тьмы проиграл. Средняя вышечка. Сил светлый. Куда? Там курьер проиграл именно. Это что, что это про что? Про озвучку доты русскую. Да, уже вышло. Нет, там это видео было, как они типа делают голоса там какие и так далее. Нет, курьер проиграл, если они оставят, то я никогда не поставлю. Да я думаю, они для того и выложили, чтобы еще там комментарии узнать и что-то подфиксить, потому что они не разбираются, что как там приводить, что как там. Почему нельзя? Режет слух, не режет для задротов. Так что может они еще там поменяют. Final push, Дизаедис. Ага, ничего. Интересно, а будет тут эта вот озвучка в русском языке на International, там, допустим, типа Альянс, The Alliance won The International. На русском там да тут. Virtus Pro выиграли интернациональ. Интернациональный. Да, интернациональный. Бля. И гимн. Слово. Я у них тогда сидевайся по пизде, думаю, что у них новые будут. С International, да? Слушай, ну. Не знаю, мне кажется, они просто тебя не позовут, но новые будут. О, Найкс там вылез, как хорошо. Вылез вообще хорошо. Нави время. С Аганимом. ГГ. GG. Сейчас вот Алексей, если сразу зайдет в конфу, хотя я сомневаюсь, они сейчас будут еще минут 20 сидеть, обсуждать какие неохуенные. Вот, но ты не потом... смотрел серию South Park, где там этот, про Майнкрафт была серия? Да-да-да, смотрел. Точно так же, если будут сидеть, натирать соски. Да-да-да-да, слышишь? И говорить вот это вот. Ты видел, как я вылез из него? Да-да-да-да-да. Я перевосхитил на медиатого Дэнди. Да, да. Говорите, вам неудобно было гангать? У вас миг дебил? Да-да-да. Так, ну вообще... Я предлагаю надо позвонить ему просто. Да, нужен соло, на самом деле. Нужен соло, нужен... Нужен много кто. Это что такое? Это что было? Кто-то домофон открывает? Кто-то в микроволновку включил? Кто-то звонит по телефону. Или звонит. Или звонит. Блять. Что это такое? Это Кирилл. Я видел. Кирилл, ты чего? В смысле? Я видел. В смысле? В смысле? Слава вся отечество, наверное, собой. Так, все, стрим можно выключать. Первые инвайты на International в прошлом году что, в мае были примерно? Да. Так, а чего? Ну, Не-не-не-не-не, первые, лол, точнее, там... в мае были уже квалификации, вот до мая уже были розданы все инвайты. А там из прошлого года, типа, инвайты дают кому? Типа, первому-второму месту, грубо говоря, да? Ну, это точно. Первым... Или там они по это по ситуации? Не, ну, чемпионы, вице-чемпионы, это точно. Ну, блин, сейчас есть команд 11, которые, скорее всего, поедут на International. Ну-ка, я ее нашел. Ну-ка, это одна Корея, 100%, ну, типа, потому что Корея... Корея? Ну, я уверен, что одни корейцы каких-то их заберут. Ну, типа, я не к тому, что у меня инфа прям 100% из источников. Мечает, а что такое? А, это девайсики-то это? Ну, дальше, дальше, факел. Титаны. Мечай. Альянс, Нави, ДК, Ничи, Айджи. Хорош, ну, у своих, главное, пиздить. Одни корейцы, титаны 100%. Это единственная малазийская, по-моему, команда, поэтому их точно возьмут. Это что-то на уровне мувк. Кто еще? Фнатики, Сигма, Спидгейминг. Вот, ну, из Европы там понятно, на самом деле, все, да. Спидгейминг, Фнатик, Сигма, вот эти ребята, Нави, Альянс, соответственно. Virtus.pro. RockSkiz или Virtus.pro одних из двух позовут, я думаю. Не, Empire это те же грабли, короче. Не, вряд ли позовут две российские команды. Я думаю, говорю или. Ну ты сказал или Virtus.pro, или RockSkiz, а как же Empire? А, ну или Empire, да, сейчас Empire побольше шансов, мне кажется, поехать.
Ну и типа, а вот там несколько слотов непонятно. Пока еще. Ну чё, команда релакс, готова, в принципе. Ехать. А у вас сколько выигрывать? Там основы, ребят? Только нас трое. Нас трое, но ничего, мы двух. Сиэтли, я понял. Мы, понимаешь, мы подбираем стендинов в конкретную игру. То есть, если нас позовут под International, мы подберем стендинов под International непосредственно. А можно попросить, Американ. Чтобы вас вообще у вас ваша игра была последней в плей. Ну, вообще в последний каждый день, и вы могли бы стендинов из других команд забирать. Да, это тоже было бы хорошо. И первое, чтобы еще лучше. Притом тех, которые отличились больше всего в игровой день на кураже играли. Сидит Дред и оценивает. Бёрнинг, я хочу с тобой поговорить. Да, привет. Привет, Бёрнинг. И вы можете вообще тренерами тогда поехать в команду прямо на турнире собирать каждый раз. Так, так и полагается вообще-то. Так, а мы чё? Что-то Лёша не заходит, что делать? Сборная мира. Нас три отличных игрока. Андрюха, Макс и Олег. Где-то я слышал эти имена. Так, ну ладно, я думаю, довольно петинга. Можно, я в принципе, тоже, да. Андрей, по-моему, только ты петингом сейчас занимался. В смысле? А вы что делали? Я натирал, как царь. А, то есть я, походу, единственный, кто не занимался петингом. Сори, ребят. Ладно, ребят, я пока вы там прохладно шутите насчет петинга, я в КС зашел уже и прям жду, когда нам кто-то создаст. Я вот даже включил КС, чтобы люди понимали, что мы сейчас будем делать. Люди могут мне, в принципе, у кого есть серваки, написать мне ВКонтакте, потому что у меня единственного он открыт, или инмейту, и... Но я в чате просил, сказали, какие-то есть серваки. Лайт же оставлял сервер, Лайт оставлял сервер и оставлял Рекон. Да-да-да, есть у нас и сервер Рекон, просто мы не умеем пользоваться им. В смысле? Ну, я умею, если я умею пользоваться. А, Вада, ты можешь? Да, скинь. Если найдем. В смысле, если Эркон есть, там же вообще... Так Эркон был у Клайда где-то там. Надо все погнали. А, и сервер вырублен. А я пока трехминутку запущу. Так, Андрей, а где там No Force? Что-то тебе... Можешь линк нажать? Да, сейчас. Короче, в панели запуск... Ой, в панели... Да, в свойствах запуска в Counter-Strike, в Steam. Там надо вписать вот такие вот штуки. Я эти сейчас скопирую. И что, прям стрелять будешь круто? Да нет, акселератор. Просто цель выключить, чтобы... для тех, кто, типа, короче, всегда раньше без акселерации играли, сейчас, может, уже все привык. Это уже сделано, только лучше стрелять потом. Не, ну там, типа, к чему привык больше, понимаешь, такое. Я вообще не могу сенсу настроить, вот сколько мы играем. Там я... просто дерьмо раз. В том, что вот я играл в Quake, сколько я не играл, там наиграл довольно дохуя часов, и играл без акселерации, и мне играть в другую стрелялку с акселерацией это просто невозможно. Инстинкты, ребят, это переучиваться около полугода придется. А, ускорение. Хорошо, у нас есть сколько времени? У нас, в принципе, теоретически есть, да, кекс. На следующий интернешнл пока Андрей поедем. Ну, скорее всего, да. Алло, шо вы? Алло. Алло, Лёх, привет. Солочь, нам же... Поздравляю. Да. Заебись. Да, молодцы, Лёх. Короче, нам нужен этот самый, тот, кто умеет Эрконом пользоваться, хорошо, и мы в КС заходим уже. Я умею, только, короче, сейчас я отойду покурю. Покуришь, конечно, ты, скорее всего, подрочишь сам у себя. Смотрите на меня пока, слышите? Сейчас приду, короче. Сходите на меня, гоу, поиграем просто так, ради удовольствия. Ну, как мы обычно играем, короче. Я вот на Дэйме играю. Парни, а вы слышали интонацию соло? Такое, типа, каменное лицо вот это вот знаменитое. Он, наверное, еще трубку курить пошел, да? Да-да-да. Трубку. Налить себе скотч немного, так, посмотреть вверх, сесть, одеть халат, так, туго затянуть пояс. Тапочки там, все дела. И сказать, я могу больше. Это не предел мой далеко. Так, и чего, куда заходить-то? Да я вот играю, заходить. Ночной ЕКБ плюс 18? Ебать. Рандомно. Livecast.ru ksdm. Я ksdm.ru захожу, мне покс вообще. Я зашел. Я сейчас возьму и пропишу всю эту хуйню. Я тоже прописал, помогает. Я не стал. Помогает, ты уже снег убиваешь. Гайс! В натуре акселерации нету! Вот я. В смысле, ты прописал это? Да! Я тоже пропишу. Где эти команды? Прописываешь, всех убиваешь. Это, блядь.
с Мерлин с этим играл. Бля, по-любому. Там еще какой-нибудь этот. А где эти команды? Киньте мне, что вы написали. А, вот. В скайпе. Блядь, пули все летят куда надо. Да в Set Launch Options или... Да? Да. Блядь, все, я сейчас всех убью, нахуй. Все понятно. Ребят, я скинул... Отдайте мне закупиться! Что-то там фрод? А, рефорд? Да, потому что тот сервер у Клайда кончился, потому что он не работает, насколько я понимаю. Кончился. Хорошо, давали мы его давненько. У него вообще другой сервер, он, по-моему, просто купил и поднял на нем контроль. Бля, короче, я сейчас он просто дойду. На 3 дня, насколько я не помню. В соло-лобби протей еще это говнил? Нет, я, по-моему, Мервин покупал на 3 дня. Виктор там заходит? Виктор же в конфе. Виктор. Виктору я отписал. Но он в конфе пусть заходит. Ух ты ж, ни хрена себе, как меня взяли. Блин. Мне говорят, что ты мне удобно стрелять с ЛП, и... Бля, так удобнее, слышите? Или нет? Или да? Блин, тут просто отовсюду огонь идет, прицельный. Это вот эти три... Да ебать в рот! Какой смысл в КСДМе сидеть как мудаки в каком-то говне? Очки за говне. Бля, у вас что, забитый он КСДМ этот? Алло, привет еще раз. Привет. Как мне, по-моему, зайти-то теперь? Блин, он забит, может, мы что-нибудь другое найдем? Нет? Ну, сейчас Солочь придет, создаст, и поехали. Это акселерация, куда прописываешь, чего там? Все там, общем. Консоли? 22! Вообще в настройках КС-а. Ну, этот, в конфиг. Нет, это прописывается, на самом деле, правой кнопкой в Стиме, свойство установить параметры запуска. Ну что, давайте я быстренько сервер... Ребят, я на первом месте уже. Ребят. Да. Я тогда арендовую сервер. Гай, слышите, а как в КСДМе с саном взять и оружие поменять? Если ты троечку не жал, то... Меню. Меню, перезайди. Не, я троечку жал. Чат, меню напиши. В чате меню? Да. О. Так, weapon, глок. Пока. Троечка. Еще было неплохо, чтобы не нож ставился, а калаш все. Да. Хотя не всюду. Максимка! Ах ты, меня сзади убили. Максим, на зелени. На зелени, я стреляю. Пиздец. Вообще, они голову, короче. Вообще, акселерацию отрубили, все, пацаны, сейчас будет, короче, это. Ну, мне тоже надо прикнуть, на самом деле. Все отрубили, надо было как-то это, между собой, по командам, там, заранее. Кто в одной команде, тем давать инфу. Так мы и так в одной команде будем. Все, 10 человек, все себе поотрубали. Команда акселерация против команды не акселерация. Блин, как я так стреляю, охуенно. Вот потому что акселерации нет, уверен. Да. Точно. Я знаю, призыв, чтобы она заработала. Мне кажется, пару месяцев и мы нормально уже в КС играть будем. Так, скорее всего, КВшки там все дела. Да. Только в ГО, по-моему, сейчас все играют. Это хуйня. Ну мы в ГО перейдем потом. Все же сначала в КС 1.6, я слышал, играли. Мы должны. Все время, как бы, да. Тоже по порядку, как все профессиональные команды делают. По-моему, все не с 1.6 начинали, а сколько там, 1.0? Ну, я имею в виду... Мы не будем настолько в маразм вдаваться. Блин, мне постоянно бутербродиком респавнят, меня с обоих сторон зажимают. Это норма. Всех такая хуйня? Нет. Нельзя его... Максимка, давай, выходи! На! Акселерации нету! На, еще! А, и сзади, и спереди. Это я сзади. И опять сзади, и опять спереди. Алло, шо мы катаем? Головы да, одни. А вот это IP-адрес, то что в аду скинул? А ты что, скинули уже? Мы просто КСДМ пока катаем. Нет, я сейчас вообще адрес надо и поднять надо. Я сейчас арендую сервер, подожди. Давай. О, арендую. А там шлюхи будут? Как удобно. Наверное, нет. Шо у вас там на смысле нет? Не, не приятно. Мы на КСДМ разыгрываемся, короче, сейчас. Команда победителя у нас будет называться.
Слышь, Рамид, ты застелил мой фраг, по-моему. Пока там арендует шлюх, я пойду чайник поставлю. Поставил. Я получил аренду со спины. Вы арендовали шлюх, ребят, уже? Нет, делаем. Оплатить надо, 77 рублей. 77? Нет. Дорожают? 20 рублей сервер успели, какие 77, алё? 20 рублей какой-то палёный. 20 рублей это дешевый, да, 70 нормальный. Фотки кинь. 70 рублей. Фотки сервера. 70 рублей это на месяц. Есть черные сервера? Если черные. Цветом черный, что ли? Чего? Никогда на черных не играл. Это в линейке такое оплачивали хуйню, чтобы были разноцветные линейки. Черные, да, зеленые. Да, ебать, одни головы. Давайте вообще весь вечер будем КСД мыли. Максим убил. И без акселерации, да? Бля, что-то сейчас затопил. Акселерацию убил Максима. Да ладно, оказалось. Меня еще никто не убивал. Топ-3, Вова Путин топ-3, надо в топ-1 быстрее. Топ-1 надо выходить, чтобы админку дать. Сейчас я настраиваю сервер. Сука, сзади стреляют, пидоры. Что-то у меня это... дайстрик. Бля, я появляюсь, какой-то чувак все время там стоит и стреляет меня, прямо оттуда. А у нас сегодня все профессионалы собрались, да? Не Мервинга, не Жора. Ну, у нас вообще отличный стак пока. В кайбах нет и Мервинга. Но с ними неинтересно играть, они убивают. Ну да, не, ну только... Если мы встречаемся между собой, у нас интрига какая-то есть. Алло, ну шо, блядь, фишары? Рибарщик. А снял нас... кто-то сервер? Я, да, я арендовал, тот, я арендовал котором... сейчас. Да, его закрыли. О-о-о. Чё? Кого закрыли? Закрыли сервер. На... Как это? Ты уже оплачивали сервер. На три дня он, наверное, был. О, на Виктор, 3 минуты? Виктор, Витя, ты тут? Да. Витян, посмотрел твой YouTube канал. Витя, восторгаюсь твоим творчеством, серьезно, без шуток. Вот ну, эти вот байт на кошелек. Тебе знакомо слово байт? Ну да, в принципе. Какой вот байт на кошелек? Очень серьезно. Не, дай посмотреть. Без шуток. Серьезно, без шуток. Максимка. Витян, вообще, next level байт был. Я скидываю. Ну, спасибо большое, я старался. Коннектимся. Жень, надо убить еще одного. Да, куда? Там кошельки были пароль. Нет, слишком не было. Слишком сложно. Жаль. В смысле, блять, дайте посмотреть. В консоль веди и все. Кого тебе? В консоль на ютуб, на ютубе видос не покажет мне. Лех, хотя бы была, по-моему, ссылка, не? Какая ссылка? А сейчас аркон настроил. Микросылочка. Кошелек. Бля, Хайс, ну там же сумасшедший. Поищу, я сейчас поищу. Вот возьму и поищу. Вот я нашел, между прочим. Пожалуйста. Не, Андрей, давай не резаться. Канал Читбайн, самый популярный видео, все. Я, собственно, по такому принципу и дал вам его. Да, по такому принципу. Так, ноль. Решил себе никто соответствующий делал, да? Ну да. Кто там на респе стоит? Власть. Так не можем. На, плюс в полете. Лёх, тоже ник новый. Какой пароль? Всё, вижу. Летите. Вы ебы дали. Там заходить, говорят, ребят. Готов! Так, ребят, нормально с пистолетом выбежал. Андрюха, заходи, там все. Ломай это мясо! А можно? Хотя бы. Да ну! А, да ну! Ну мы так, разминаемся. В смысле, на КСДМе размялись, поехали. Оп. Сразу сходу. Леха вон на Нави размялся. Вова Путин, здорово. Вова Путин, читбаны до контрит. У нас 10 конфеты. У нас в любом случае будет 10, я думаю. Просто у нас 10 на хосте. А Алексей там до сих пор дрочит сам на себя? Ребят. Чё? Я аркона ввёл, всё ввёл. Сейчас, готово, в принципе. Кто готово? Лёха отключился. Я готов. Он не подключался, по-моему. Не, только что подключил. В смысле, он здесь. Ой, СВП там сидит опять. Ребят, Вова Путин минус. Слышишь, Вова Путин, ты заебал своих бить? Так они афкашат, я как бы работаю. Они афкашат. Вот они, сдохни теперь. Они коррупционеры, я... Инмейта убей и сдохни. Подожди, перезарядка. Он тебя с ножа сейчас зарежет, алё. Бедный Путин. Так, кто там больше всех разговаривал? Вот. А у Соло ходит на север 0? Чё, 0? Соло не зашёл ещё. Соло, ага, понял.
Хорош, Путина не трожь. Чё это за хуйня, инмейт, это ты что ли? Здорово. Бля, так и знал, СБ чувак бежит, вот по-любому инмейт. На скале ФК, ты можешь его убить. Могу? Ага. Андрей, у тебя экран закрыт, или так и должно быть? Пока не на что смотреть здесь. Ага, я понял. На длину поставлю. На длину. Да, я звук еще убавлю. Че, все здесь на тебе? Да, показываю как боб. Не, не все, сала еще нету. Я здесь. А, сала, ты здесь? Леха, ну все, все давайте, давайте капитанчики там и это все. Какой я капитан? Ты капитан? Валя, да. Отец Спектров ушел, это только я хочу на шахты, Челобиныч. Заходите, Спектров. О, будет такое нажить центр. Давайте, кто-то там, кто хочет капитаном быть, пускай за Терычей. DreadsTV by KS68.ru. И название есть, ёбаный рот. Айда уровень, айда уровень. Максим инмейт, на ножах будете решать вопросы? Да. Как настоящие кавказцы? Фьюспик, ты чё? Что тут фьюспик, так кто? А, ну, в принципе. Считаешь, что ни Мервинга, ни Джора нету? Ну, нормально, нормально, баланс. Чё ты, чё? Вы знаете, ребят, я бы еще у нас есть одна темная лошадка, я бы не стал тут говорить то, что это. Ни Мервинга, ни Жоры. Слышь? Да. Жора на самом деле тут еще фидак, блядь. Когда я его беру, он, сука, фидит как мразь. Контри. Зато когда против тебя? Андрюха. Зато когда против меня, там все мне в голову летит, за счет этого он выходит. Андрюха без акселерации. Кикейк, давай за. Слушай, ты меня на первый пик опять сделал, Максим? Да, нормально все сейчас запустил. Максим, ты ебанулся, что ли, совсем? Нексуса беру. Я беру Витю. Это мне с Гоза контроль? КТТ, да. Факера беру. Окей. Витя, ну я тебе скажу, это будет легкая победа. Блядь. Не знаю, я уже совсем забыл, как в CS 1.6 играть. Даже закупаюсь с трудом. Наш капитан снова выиграл. Короче, слышите? Ну, у вас аутпик, ребят. Ребят. Максим, Максим, помнишь, ты вчера теорию говорил насчет того, что нужно брать не самых скилловых, а... Мы просто уснули под конец. Максим, Максим, это только в кино работает. Блин, думаешь, Брэд Питт врал? Да. У меня эхо было или что? Смотрел неделю стримы. Хорошо, все, Ивана убили, хватит, Максим. Чё, чё, меня взяли, да? Меня кто-то взял? Чё, поехали. Отстреливаемся, отстреливаемся, Макс! Так, ребят, вот это... Всё, о, Путин займется этим. Так, парни, что делаем? Я капитан, что ли? Ты ж капитан! Когда капитан говорит, что делаем, это плохое. Сделает мне кто? Ладно, погнали. Давай. Я тебе сделаю это. Подзад? Дайте я первый пойду, я со станом. Давай. Цеплять буду. Давай, давай. Чё, чё хотел? Давай, давай. Хотел. А я думал, это... Давай, не столпись. Баба выходит. Выходим, палим, шмаляем! Нормально. Где? В очке! В очке! Две грамотные флешки. Хорошо, ребят, в нули разменялись, как и планировали. Что за граната была? Как это случилось вообще? Слепая. Слышите, ребят, там на Б штурмовали или где? Рулон. Поставьте это время, секунды 3, а не 5, или сколько там, 6 стоит. Там где тетя стоит. Нормально. 5 отлично вообще. Они этот, все опять сюда идут. Туда же? Ну, по ходу дела, я не знаю, смотрел. Да. Игорь говорит, да, значит. Игорь. Дайте мне фу. Давай, в темно был. Зажимай, вот же он! Солыч, где там они, солыч? Да давай, вот. Ой-ой-ой, я без армора. Девайсы. Вот это я ебанько. Лех, ну команда не бежит у меня совсем, ты видел? Я один пробегаю, как тигр, как гепард, самый первый, а команда сзади. Ой, так я же за террористов. Вада. Да, что ты бы не успел. Не говори мне, плиз. Я понял, почему выиграли. Нету. Могу пистолет дать, солыч. Вот, фамас лежит. Есть, лежит, солыч, тащи. Два фамаса лежит кому-то. Блядь, я купил эмку, короче, первый армор, я такой еблан. Нормально, ребят, потеем, тут дело чести выиграть. В планте был один. Лина чисто. На центре. Гранату под него, хорошо. Бой на центре. Бой на плоту, бой на Я делаю грязь тут. Вада, выключи, пожалуйста, говорилку, автоговорилку в этом, в КСе, когда сдохнешь.
А, ты сдох уже. Тут полетело говно. Давай только вместе, не будем стоять тут. Дырку смотрю, дырку смотрю, темную. Да, все, темный, темный, темный один идет. Бля, в дырке идет. Хорошо. Ребят, умница, это... Это называется отсутствие денег. А, все, понял. Бля, саппорт отыгрываю, не умираю, не вижу. Моей пользы немного. Ну, то есть ты так саппортов, да, воспринимаешь в доте? Ну, не фидит и заебись. Полезные ребята. Что-то мы полюбили, я так думаю. Походи, я что-нибудь... Первое место, отлично. Да-да-да, Вада. Угадал. Тащит, тащит. Дэйл чисто. Б нету тоже. Мидл, мидл, Зига, смотрите. Нигде нет пока. Да, Зига чисто, Дэйл чисто. Чисто, чисто, чё распизделись Зига там? Есть, Зига есть, Зига есть. Батя, это чё было? Зига есть, приболел, приболел, приболел на Зиге. Инфу по бомбе, инфу по бомбе. Хорошо. Ой, на ЗЗ, один на центр. Инфу по бомбе, фаста. АВП, АВП на 0. Ну, на 0 и 1. Ой, ЗЗ. Сидят на 0, короче, толкат. Нужна инфа по бомбе, да, есть. Не, пока сидим, чё, время есть. Зигзаг еще выходили. Они на нуле. На центре трое, да. На, по-моему, в банку смещаются. Пускай сидят, лол. Что за терпило, вроде мервит. Этот вот ты. Ты вот ему. А, нет, не ты. Б пусто. Зига пусто. Лол, мы можем просто холодить, я не знаю, они так не вылезут. Они. Могут на Б делать, могут банка, на делать. Банка, банка, банка двое. Боксы, боксы вышли, двое. Боксы это где? Это на говне, рядом с говном, Лёх. В яме двое. В линии двое сидят. Трое. Ям двое. Парни, время, 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 время! Да вот говнюк. Давай, я закончу твое дело. Давай, 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 давай. Пропу стоять идет, времени нет у него. Я остался. Вопрос закрыт. Поставил, поставил. Ой, ну это. Посади его наверх, лоу, пусть его в этом съебок. Ай-яй-яй. Один в один. Ошибка. Бахай, бахай его. Ой, Андрюша. Хорош! Андрей! Без акселерации, умеет! Можешь просто подсадить, лол. Конечно. Да-да-да, затупили. И спокойно бы разминировать хуй. Есть дроп? Есть дроп? Нету. Опа. Варя, только так не делай больше. Я видел, как... Нет, ну, да-да-да. Стал типа, я уже все. Как? Трое на Б. Он врет, он врет. Я думаю... Опять халдят на базе. Да ну их терпил, да они еле успели. Давайте будем халдить. Стоит на ДЛВП. На Б нету пока. Попал? Не знаю. Мимо. Ага. Где, где? Минус жесткий. Засмотрелся. Ох ты ж, блять. На ЗЗ сидит. Ага. Да, на Зиге один выходит. Трое, трое на Зиге. Хорош. Отлично! Один CS плюс со своей скорее всего будет. Он на центре. Идя. За на ЗЗ, он на пене. Длина. Без пушки был. Сейчас еще один пойдет, либо с ЗЗ, либо спад. Каленый. Двое на планту. Диман, ну так стоять это супер. Да, на гусе, типа, на гусе, на гусе, на гусе, на гусе в оба. Я в курсе. На гусе! На гусе. На говне. Бегите на говно уже. Тут сейчас бахнет. На гуси, на говно. На эту говне. Хорошо, Андрей. А цель, ребят. С акцелем и с рейлганом. Без оцели, точнее. Ну, это никуда не годится. Окей. Окей. Тут за Т легче, тут за Т легче. Не заехать. После трех раундов. После хуй легче. Есть, 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 близко! Четыре бомбы. Где, где, где? Дэл? Да, Дэл идут. Дэл, Дэл, Дэл. У нас потери. Уже прошли, уже прошли. Уже прошли? Уже прошли, вам в очко. Где, где скрин? Слева. С
Сразу справа, близко. Не планируй один. Один остался с этой ЦВП, пойдем его цеплять. Да, да, один ЦВП остался. На ЗЗ сидит. Или где он там? Дайте инфу по нему. Яме в яме он сидит, мейт. А, надоел? Ну пусть сидит, лол. Не-не, этого не стоит делать, туда, ты правильно понял. Мейт, он жмёт сбоку! Хорош. Андрей, заканчивай их всех. Не лезьте к нему, не лезьте. Кончай их. Пожалуйста, пожалуйста, не лезьте к нему. Пожалуйста, убейте его. Убейте, то из него ВП надо выбить, бегите. Не нужно. Да-да-да, ВП, ребят, ваше. Что, застали, что ли? Вот оно уже лежит. Он скидывает его и поднимает, он издевается над вами. Ждите, просто ждите, пожалуйста. Вы же Кайл так нет, пожалуйста. Смотри, там, по-моему, штурдил. Пожалуйста, пожалуйста. Не, ну выиграть хочется. Кайл, пожалуйста! Это мой ключ смотрел с разных сторон. Как в чём это она, всё равно лежит один хуй. Так Андрей знает, что мы вылезем. Но он уже не успеет заплантить, и можно хуярить его. Он бегает по яме кругами, я так понял. Ой-ой-ой, Андрюша! Обошел меня, обошел, сук! Почти хайлайт хотел. Почему остановились там длиннее, не понял. Ну, убили двоих, выбили. ВП надо, легкий или мне? Не, Витя, не, ты СВП поселяешь? Не. Да-да-да, могу. Ну иди куда-нибудь, только напиши куда. Все уставились на эту штуку. Все, я вижу, куда ты пишешь. Все, я тогда вот это держу. Здесь никто не пойдет. Банки есть, около банки есть, по звуку было видно. Слышно вернее. Кто это с калаша сейчас прострелил? Наш? Не, с калаша не наш. Б, все в темке, все в темке, 5 в темке. Че, еще кто-то там был? Вышел с плантом на Б уже. На грибах ходи. Сзади заходит. Ну, снизу, да, зашли уже на Б. С нижней темки. Ставь. Беру дыру. Распределитесь по точкам. Ох, ебать. Дырка моя, а всё. Нижней тёмки будет заходить. С тёмки будет, да. Я дверь. Лол! Это было АВП, ещё есть у нас там. Дожимать надо, лол. Слышишь? Кто с калаша... Гайс! Максим! Гайс, кто с калаша стрелял там? Я. Я в тебя попал хоть раз? Нет. Потому что ты мне в голову попал, ты мне 38 хп оставил. Я знаю, я профессионал. Ты, блядь, рандомное чмо. Ебало свой, заткни нахуй и... Ну все, в принципе, на этом достаточно. Хорошо. Ебаный рандомщик, блядь. Забайтил тогда на кошелек. Я еще пристреляюсь, блядь. Дезактиват. Есть, близко. Где? Где? Вот ты что? Нахуй мы тебе нужны, по-моему, ты сам их убиваешь. У них ноль? Я там, да, они... У них ноль? Еще один. Да. Еще один зиг, еще ласт. Прыгает там. О, вышли такие, оп. Бомба на зиге. Вообще, фристайм может только меньше сделать. А, знаете, что можно, короче, пойдем покажу. Пойдем за мной. А, подожди, можно же это делать, да. Вот это сделаем, пойдем за мной. У них ХВП на линии. Ну не на линии, но на базе. Идете, да? Вот так, есть кто еще? Иди сюда. Вот так сделаем. Кто тут? Подсадку могу делать, тавр могу делать на миду. Да они туда! Они могут сделать тавр на миду, весь, осторожно с ВП. Явор. Какой тавр? Ну, в смысле, бачок касается друг на друга и стоят с ВП и смотрят. Очень далеко видят. Мы тавр часто делаем. Близко здесь! Есть. Минус на миде. Да ебаный, бро. Трой дейл. Трой дейл надо брать. Лёх, идём. Конечно. Вот надо... Зет, правильно смотришь. А команда где, блядь? Что вы в этом в очке сидите? Что нам ждать? Чиканавты. Я как бы... А, не, вот этого можно ждать, да. В яме один сидит сейчас. Не отпускай сидеть, блядь. А то на самом деле так все это... Вы прошли, и что-то сели там и сидите. Баб яме.
Давайте я вам его сдам, а вы меня не будете. Не будете. Да, да, были два ями. Давайте я вас просто убью, и вы там сдохнете, типа, и не будем тянуть тайм. Парни, 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 27 секунд. Просто сейвите девайс, и все. Смысл. Ребята, да даже каунтер-террористы выигрывают раунд. Это лучше, чем потерять без то, что сейчас у Лады. Без боя сдадитесь, да? Угу. Так вы сами боитесь, будете. Я понял, я понял. Так без боя сдадитесь и сидят тоже. А смысл? Мы же защищаем. Ну, тоже без боя. Без боя выиграли. Почему? Почему? За боя. Почему? В натуре, терпилы, КС, блядь. Каунтер-террорист, КТ. По-моему, мы выиграли. Я, кстати, это бесславная победа, мячик тоже не дать. Бля, жирная, не могу понять, что ты кагришься, блядь. Рокет есть у кого, ребят? Скиньте рокет, пожалуйста. Джамп. Рейлган. Хуя дым. Плазма. Зелень, зелень. Не, плазма не нужна. Тут что-то происходит. На Б1. Хэшку прокинул. О, какой неловкий момент. Рейлган, справа стоит, справа точно стоит, у ящика. Не даем выйти, куда? Не даем выйти. Ага, вот справа. Видишь, нет? Или я хуёво не кидал? На длине вышли уже, идут, сейчас на заходят. Уже один, на зашел с бомбой. И один на ЗЗ еще как минимум. Да-да, они... Минус один. Минус. Андрей, Друга Дэл, смотри. А как они так оказались? Там мы Зигу смотрим. А друг Дэл, смотри. Дэл, смотри, брат. Все, я здесь смотрю. Я еще не хочу туда идти, товарищ. Пацаны, ну... Смотришь там очко это? Я вот сюда смотрю. ЗЗ, ЗЗ, смотри. Есть Дэл. Увидел, хорошо. Победил. Диман, ну, я не пойду, я... милиционер. Вот прикинь, что твой дом заминировали, Митя, что, без боя проигрываешь? Я пойду к соседу. Митя, без боя проигрываешь? Не-не, он даст вам бой, но чуть позже. Диман, в следующем раунде. Ну или через раунд. Ай, хорошо, Митя. Ну, слышь, вторая бесклонная победа, типа, лол. Ты бесклонный, 5 кп не попал. Бля. Так, мне было 40 очков дали. За такие катки. Что у нас ФК-1, по-моему, стоит? Нет. А, вот. Прошел, здесь! Ёбаный в рот, как минус, вы добежали минус, бы сейчас? Минус. Еще там один был. Почему встали-то, блядь, все там? Ну, заходим, один на СП. Смотрите окно, окно смотрите. Хорош. Так, Митяй. Самое главное пойдет сейчас. По инфе, короче. По инфе, играй. Кто-нибудь смотрите. Стёмки. Сокна, сокна. Ага, взял. Хорошо. Чё-то изи. Катка. Мне надо вот это. Пацаны, это мясо вообще везде просто. Тащим, тащим. В смысле, зачем мне я? Дашь? Да, да. Сколько прям? Не, еще не одно было. Я же бесхромные раунды играю. Два на Б. У нас один АФК стоит. Нет, не АФК. Есть, есть, Тёмки. Попал тебя, Лёх? Нет. Ой-ой-ой-ой, ребята! На базе у них. На респе, да, двое на респе. Блять, ну что такое? Хорошо, иди там. Ласт, на базе один, ну без бомб. С бомбой около банки. Почему ОП идет, а его? База заходит к нам. Где не все тогда? Факер, что ты тут делал? Иван. Бля, сзади. Смотри, делаем грязь. Где? Сзади нас обходят. Я не знаю, они, наверное, на длине. Тут ВП. Где Лаз? Где он тебя убил? Где там наш? Внизу на ДЛ идет, на тебя сэлочек. Нихуя сейчас ставят. Ебать не факт. Все нормально. Дроп надо кому? Будет? А, у меня есть. Мне надо, мне надо. Где ты? Блять, скинул другому. Че, Дридрис? У Ивана нету денег? Нет. Ну я тебе... Хорош.
Главное перед АВП бегать, это очень важно. Я даже не видел это АВП, я смотрел в бок. Факер, я, блядь, не шучу с этим нахуй. Ключевой момент игры. ЗЗ один вышел. Я даже посмотрю это на стриме. Бомба на нуле. Да пусть сидят, ты чё вы? АВП на грибах. Блядь, да умри, чё, вот ты заебал. АВП минус грибах. Ой, в пизду, блядь, мы отлично прошли, парни. Где они, есть где-то? Да, здесь наши базы. А вы издеваетесь? Да, бомба лежит на нуле. Бомба на нуле лежит. Открыл или на нуле? Так, видел? Видел? Да, да, видел, все отлично. Нормально? Шикарный момент. Ты, кстати, был близок к тому, чтобы еще одного тиммейта убить. Ну и заебись. Там три мимо тебя пробегали. Вот этого ты, да? И все, и... Знаешь, это как Dread Cup, только будет Dread Cup по КСу. Типа все снимают как с АВП, там двоих убивают. Нет, двоих тиммейтов просто вот на простреле, на центре. Вады, выходи. Быть вода чуть-чуть. О, убьем. О, АВП. Над кому? Вот тут на нуле валяется. Вот, вот спрячься чуть назад. Вот так и там спрячься. Вада занервничал. Это да, разумеется. Я знаю, где сидит. Не в яме. Я знаю, где сидит. У Вады под виска стекает. Привет. Ты знаешь. Я знаю, где сидит у меня ВХ, я знаю, где сидит. Ты что, гонишь? Какой ВХ? Вы говорите, что... Да, Кайл, от тебя не ожидал, конечно. Вы скажите, спрячься, отвернись, я знаю, где это место. От любых я знаю, но от тебя не ожидал, конечно. Да, понятно. Хорошо. У нас повис Лёха, кстати. У нас нормально, ребята, поняли, куда мы идем. Я читал. Фаст, именно фаст. Лёша повис. Б чистый, товарищи, они все к вам пошли. По Зиге пойдут фастом, наверное. Да-да-да, на Зигу флешка прилетела. Да, на Зигу выходят. Не, ребят, фаст это очень хорошо, молодцы. Молодцы. А там проблема в том, что бомба написал, мы пошли втроём. Эй, не бей меня. Блять, двое. А, и Игорь на коврах. Да-да-да. Кого уже? Все на инферно, гайс. Так мы еще без Лёхи. Это что за хуйня? Ебашь его, ебашь, Игорь, деньги! Это Лёха, Игорь, ебашь Лёх уже! Или кто-то... А что он Лёху не убил? Если бы не он, то нормально было бы. Он парировал на базе. Последний раунд, кстати. Да-да-да. И потом ждем соло. А чё он? Не знаю, типа вылетел. Опять перед Андреем пробежали, но он... Это не Андрей был. Но тем не менее. Перед АВП не надо бегать, ребят. Ох, как хорошо. Близко, близко, двое. Один. Где? ДДЛ один пытался выйти, не пошло. Совсем не пошло. Сейчас посмотрю. Привет. Молодцы, ребят, за ящиком двое стоят, блядь, смотрят. Террористы присели. Так, хорошо, Иван, теперь твоя очередь. Ну это... Стратегия в три удара. Три удара, ребят, работает. Просто байтесь чела с АВП, чтобы он с УСП уже ходил, ломал всех, и все. Я, игра, кстати, не попаду ни разу с... Иван, не говори гоп. Пока не коп. Или мать. Так. Че там, кто там? Иван, хуй тебя сейчас смотрит 11936 человек, давай. На ДЛ сейчас есть с АВП. Эй. Иван. Иван, эй. Нет. 11 тысяч. Ямила. Боже, Иван, 12142 человека расстроены. Да, с ВП, и бомба лежит на Дели. Я сам расстроен, Андрей, но я никогда с ВП не попадал. Только с ВХ. О! Вот это, блять, Вада подарки нашел. Вада, походу ты уже не сможешь видеть до конца раунда. А, нет, сможешь. Еще раз. Вада, еще разок. Что-то Ваде не везет. Не-не, он далеко, это не стреляй так. В смысле далеко? Это последний раунд, чё он там сидит? Ёбаный в рот. Это ГГ, парни. ГГ. А чё, Лёх с концами вылетел или чё? Ну подождём его, наверное. Сейчас подождём, ребят. В общем, я отойду на пару минут ещё, трёх минут купчу. 12-4. 11-4. Да? 11, да, ну там мы теперь ходили. Окей. Давайте разыграемся пока. Наберите кто-нибудь? Он вообще здесь? Нет, его в скайпе нет. Ну, у кого там есть? Ну, российский номер солочи, наберите его туда. Типа, hello, братух, как дела? С
отсюда, иди смотри другое, низ. Смотри. Сотку вышел, сотку вышел. На зелени ВП, на зелени ВП. Двое на зелени, двое на зелени. Зелень, помощь нужна. Бомба зелень. А их двое всего осталось. Бомба зелень, бомба зелень. Один в сот. Бля, кого я тут, я не ожидал. Верх-низ этот Вада стоял, просто стоял. Не знаю почему он там. Зелень один. Верх-низ, фак, нихуя себе уже... Потому что я тебе пишу, вот факер, ты же читаешь, что пишут вообще? Я пишу, что я тебя смотрю, ты бежишь туда, блядь, нахуя? Помощь зелень нужна. Кстати, парни, а то, что мы на трейне так неуверенно АВП выступаем, зелень. Я так понял, тоже очень плохо, да? АВП зелень. Нет, ЗКТ сильнее. Понял. Может быть, сотка. Бомба лежит где-то? Я лишь не знаю, где бомба. И это... Ну, кто мёртвый, скажи. Он бомба, сотка. Бомба была на зелени, была бомба. Это сотка, этот проход. Да-да-да. Все, я понял вас, гайс. Ну, окей, да, иди тогда. Я на апте лежу. Ну, я просто... Аналогично. Ну, ты можешь... Чуть я ниже. Смотрю, я смотрю, да, другую. А, тут же это Жорж. Я на это. Слушайте, зелень, я смотрю, прошли. Зелень прошли? Зачем? Готовишь так. Я пойду помогу им. Давай. На зелени потому один. Кайль ничего не понятно. Два, по-моему, на зелени или... Вышло с верхней. Верх-низ кто? Вышли с верхней. Бомба здесь. Бомба Алексей, ну я ящик. Ж гоу-гоу-гоу, кричу тебе. Бомба за щитком. Ебать, на зелени Лёха был. Ууу, соло-соло, гетто долла. Калёный. Эль снайпер. Лёх, выходи, Лёх. А бомба у него? Нет, бомба за щитом лежит. Ну, вверх-низ за электрическим. Ну, за трансформатором, ну, я понял. За трансформатор, да. Я смотрю... Добеги... Ладно, не важно. А, вот, да, фак, понял. О, я постоянно... Ну, ладно, факер. Замените свои позиции, просто не уходите из них. Вышел, сотка, минус он. Еще один есть. Сука! Там зелень один. А ВПшник у себя был? Еще есть. У себя был. Еще сотка, калёный, минус он. У себя где? Бомба сотка. Остался Андрей. Здесь кому надо, ВП там наверх-низ лежит, вверх-низ. У меня есть. Верх-низ. Бомба сотка. Я прошел вверх-низ. На респе у себя, топает. Да, он с ВП. На респе. Идите к нему, жмите. Сейчас заберет, на зелень выдвигается, заберет у меня этот М4. Я вот там все контролирую. Бомба-то на сатене. Ну да, я к тому, что ты смотри, просто там. Ну просто М4 хочется взять, не знаю. Первым ты попадешь. Сейчас мы проверим. Опасно. Я Маркелов. Ты по ногам даже. Андрей, у тебя как дела? Плохо. Андрей, в мусорнике. Знаем, как в мусорнике не надо сидеть. Выйди за него. Можешь мониторить, слышишь? А, глянь стрим вообще. Я стрим смотрю. Да, он на зелени стоит. А чё ты к нему пошёл? Знаю, халявный фраг. Ты? Да, я. Тихо-тихо-тихо. Он на зелёнке. Да спрячься, да и всё. Да он не убьёт никак. Девайс, это хорошо. Я не пойду. Я пойду. Я все время буду смотреть вот это, ребят. Типа, от респов. Кстати, заметили, что говорят только теряли эти контры. А, мы слушаем внимательно. Вы прессали, да? Они получается так. Хорошо. Ой-ой-ой. Парня, ВП, возьмите моё. Иди на сотку, кто помоги со мной. Сзади. Двое были у себя. Иди. Там же АВПшечка была. Прошли, на закрытый прошли двое. Уже прошли на закрытый? Да, с бомбой, да, прошли. Я воевал как мог. Там АВП кех сзади валяется. Где? Сзади. Вот там вот сверху меня застрелили. С ногой. В фланте. Где? Все, ласт. Бомба руки?
Бомба руки, по всей видимости, да. Что бомба руки? Бомба ноги. Бомба Лейла? Ребята, тоже то же самое, что всегда смотрел. Лёха, а ты чего молчишь? Я там. Подгорает тихо. Медленно, медленно выходит. Где? На верхней идёт, на верхней с бомбой. СВП. Вон он. Да, он там уже был. Саш, видел, да? Да, видел. Саш. Слез или что? Да, Дэн, там, хорош. Я забайтил. А у тебя трей еще есть, что пережить байт, если что? Пацаны, кто у нас вообще в команде говорит, блять? Вада. Говорите же, вот я смотрю, Андрюк. Сотка ВП. Сотка ВП. Бомба руки-ноги. Выхожу с... Вверх-низа, вверх-влево. Эдвард руки-бомбы? Ноги-брюки два. Один зелень. Два петрушка. Ты хорош! Кайл, ты вообще модельки, да, не раздупляешь? Привет. Спичите в шкаф один пошел. Около... На вольте, СВП. У корзины на вольте есть один. С противогаза вышли. Короче, один на зелень. Бомба на зелень упала. А мне похуй. Я буду смотреть. Зелень кто-то стреляет. Я стреляю. На транспорте один. Тут бомба на зелени. 4 с пары еще выходят, мне похуй, я их схватил. Он на переходе вот с Бена. На переходе. Я так и не понял, как это называется. Зига? Вот это когда я смотрю. Да, на Зига. Не, это переход от не Зига. Зига это в другом месте. Но он ушел. На вагоне кто? Кто на вагоне? Я. Он на нижней сидит. И он типа несправедливо играет, он знал, что я туда не смотрю, и убил меня в бок. С респа выходит. Спасибо, Иван. Иван только в голову. Заберемся. Я разыгрываюсь, но вообще я трейн ненавижу. Меня, Жора. Ладно, я вот здесь буду смотреть. Да. Я что-то теперь тоже трейн ненавижу. Последний раунд, мы чуть в говне таком железком. Да, здесь проще намного. Александр поменял свою. ЗКТ здесь проще намного. А, что-то я там сосухуй, понял? Понял. Куда мне? Да ну! Ну, Жор. Как ты такой шустрый, блядь? Неплохо. Ты что делаешь? Жизнь респаун просто смотри. Стороного ведра один. Ой, там еще один АВП взял. Ведра был. Все, ой, заходи. Еще один АВП взял. Ой, в инвентуре. А, бомба на их респе, ребят. Блять! Спасибо, Иван. Испугался? Еба! 11-4, ребят, хуй его знает. Ну на трейне за КТ легче играть. Если ну не настолько же легче. Не, блин, намного прям легче. Вообще намного легче, пиздец. Вот так вот. Мне даже теперь стыдно, что мы 4-1 выигрывали. Все, вот так вот. А, ладно, слушаем Мервинга. Не слушайте Мервинга. Он пиздит во многом. Илюша. Да, я тоже его боюсь. Зелень один. В пленте. Разменяйте. Двое в пленте. Второй с респа, бомбу поставьте, там нормально. Так, минус респа. Ставлю бомбу, прикройте меня. Похоз правильно ставит. Кейк, с этого, сверхниз. На респе один. Вниз. За трансформатором. У сотки. Близко к сотке. Наверх мог залезть. За трансформатором он. Нету с трансформатором. Нету его за. Пятый вагон он бегает. Хоз, знаешь где пятый? Смотри направо. Направо смотри. У сотки, прямо у сотки. Это не я, ребята. Я вообще на другой. Хвост. Зелень не подходит. Да посмотри назад, ты хвост. Куда? Вернись. Вот видишь, на стене. Три цифры. А, все, понял. Но это номера вагонов. Понял. Нет, то, что его здесь нет, я знал, но я думал его надо. Не, к тому, что сейчас скоро с Тендином будешь играть за Нави. А, да. Уже. А, не, они играют в Source или что? Играют, не? Да? Source. В Condition Zero. Есть дроп? А, какой дроп, чё неси? Ну как там вот это, Global Offensive, ребят? Ну я не шарю, я так это сказал просто. CSGO. CSGO. У меня, кстати, вот так. Чё там, вы ещё долго играть будете, нет? Это нижний. Слотик, да. Залетело оттуда, снизу. Иван только в голову стреляет.
Андрей, это случайность, как обычно. Спасибо, Мервин. Иван, ну случайность, все случайности, они, как правило, на меня приходятся. Прости, бывает. Это тоже случайность, Андрей. Да. Есть у них там девайс мне где-нибудь на втором раунде? Да, у нас. Нет, реально. А где бомба-то, блядь? Бомба не на руках. Зига, 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 зига. За третьим АК. За третьим АК кому нужно? Не вижу даже его. За третьим Галил. Где, где, где? На дальнем был, подъем, на дальнем, да. Он спрыгнул на плент. У бомбы, у бомбы. Спрыгнул. Он спрыгнул. Вижу, вижу, вижу его, спрыгнул. Разобрал. Ребят, он спрыгнул. Спрыгнул. Он скилласый. Скилласый спрыгнул на бомбу. Спрыгнул. Ребят, за КТ легче играть. Понимаете? Да, да. Да я почему так и думал, что такая хуйня будет примерно. Если первый раунд салют, то это не вариант. Ну, им нужно было первый брать. Ребята, даю хуёвую флешку, типа, в лучших традициях. Зелень. Есть? Нету там? Да вроде нет. Пошёл. Зелень открыл. Один сидел внизу. Внизу, прям под этим самым. А открыто чисто. А мы на закрытую все пошли. Закрыто еще тоже, по-моему. Боже, один сидел на лестничке. Ой. Один внизу, внизу смотрит, вот. Ебать прикрытие, как у нас развито. Общение там, вот это вот. Ножа надо было. Соло, ты бы хоть говорил хоть что-то, а то это что-то пиздец. Ты что говорится, Сесём? Он не дефузит? Чего? Не, бомба надо. Сесём, видишь, братиш. Понял тебя. Кайл там правильно все смотрит. Да в пизду, я не могу попасть под спину. Дайте дроп. Как тут сенс настроишь? А, дали. Даш? Дали, дали, дали. Еще больше дропа. Ты что, последний раунд? Не, 11-4. Да, нам еще два. Два раунда. Очень не самоуверенно, как говорим. Вышел, вышел уже за правым ящиком, Мервин. Ну все, там второй тоже красный. Все, заходить, заходить. Ой-ой-ой! За дальним вам сидит. За третьим. Да-да-да. Ваня, вот сейчас будет слева. За вагоном, да-да-да. Хорош. Где ласт? Слышите, вот он, ласт. Может, сменим мапу? Да, и мапу, и составы, пожалуй. Дайте слотик, может кого-то спать. Вдруг... Вот, и слотик, гудочку слотик. Сделаем. А, фух, я 3 часа ночи спать пару раз завтра, это. Начал был переживать. По ногам попал, по ногам дал. По ногам дал. Ого. Да, блять, сколько можно слип? Понял. Они на закрытом вообще ничего не вижу. Под третьим сидит, по третьим сидел. На пятом. Они, кстати, на этот, на закрытый прошли. Да-да. Жор. Да-да, там. Вон. Блять, только увидел. Ой-ой-ой. Парни, дроп там есть кого? А в прошлый раз тоже все там, с 4-1 начали. Дроп есть? Я скинул. А где? Не знаю, где-то слева. Через А? Хахлы? Хахли. Понял. Слышь, ты тут не хахли, блядь. Да сучка, ты дохил! Хорошо! Ты в нами играешь? Двое на топе сидят. Ты в нами играешь? Да, а у нас Кайл и ФК. Ёбаный. А Кайл подумал, что уже все игры. А шо, у вас туда всех подряд берут или что? Какой ты слабый парень. Кайл был ФК, и к нему пришел убивать его кто-то. Сейчас я посмотрю, кто это. К нему пришел. Да вы шо, вы сдурели нахуй? Меня просто сзади обошли. Мастер. Бля, Вад просто куда-то пошел вперед, пиздец, контртеррорист, нахуй. Пиздец, Тима, гоу, я, короче. Ай, Вада. Контртеррорист Вада. Я на открытом поставил. Ну, кто-то туда же пошел. Смотрите, единственный Вадик, который я вижу, чтобы это место... То есть вдвоем пошли, хочешь сказать, туда? Типа, и вот мы так будем разбираться уже. Заебись. Бля. А, так там бомба уже стоит. Сейви, последний раунд. Давай. Лёша. Да идите нахуй, блядь.
Давай нам, Лёха, какую-нибудь новую карту, и мы пойдем катать. Так это не я хвост. А кто? Настроение. Я хвост. Просто в носяру. Давайте тогда этот самый... Капитаны, парни. О, вот это я... Короче, пиздуйте капитанить, я пошел курить. Не, идите давайте, Жора и Мервин пусть будут капитанами. Да, Жора и Мервин. Хотя, блядь, это реально Жора, он капитана. Такой, сука, он давай хорошо играет. Я против Мервин, блядь, дайте слово. Я не буду капитаном никогда, вы че? Я буду капитаном, дайте слово. Какой пароль, лоб? Старый. У нас типа 10 человек, какая разница? Я вот уже не 10. Ну он сам меняется при смене карты обратно. Изи for dread. Так что, гудочку слот мы дадим? Не, ладно, давайте я дам. А что ты дашь? Кто не хочет больше? Есть. Ну хорош. Мне кажется, есть кем заменить, пак. В смысле? Кто такой капитан Банан? Сейчас сварим, давай поехали. Так, я знаю человек, с которым я сыгрался. Только он от меня убегает. Блин, а нельзя на 11? А, ладно, на 10, я бы по опсу тогда посидел. Это вармап говорите, да? Да. Он с респа идет. Лёша? Ой, им. Это спектры, кто капитан Торрей? Спектраторы? Спектраторы. Кто спектра? Ну хватит. Ты меня убьешь, я взорву нас. Ты меня убьешь, я взорву. Так что, нет возможности задать? Я на 10 слотов брал. Я тебе обещал, Сань. На 10 слотов, окей. Ну типа в следующий раз можем взять для спектров, но придется больше силовой платить. Ну типа да, я не собирался уходить, так бы хоть посмотрел. Что за лаги? Ну если ты не собирался уходить, то кикни кого-нибудь, факер. Ого, да, один, не, не, ну типа никто не хотел уходить, ну чё? Факер, ты влиятельный человек, выбери любого и кикни. Давай, я выйду, я выйду. Давай. Вот кто такой Нави хвост? Да вы меня заебали. Залетай, гудок. Я вышел. Я в игре уже. Факер, ну все. Окей. Факер, жой. Так. Короче, госпектаторы. Какой еще раз пароль? Старый, я ввожу, вроде не буду. На А. От крови излияния умер. Guys, go spectators. Лёх, не надо. Так, что у нас? А, я ж на большую скалу внутри. Все слоты есть? Все самые уместились? Лёх, подожди, дай запрыгну. Я что, попал сейчас с тебя? Нет, ну ты близок, я умру, если попадёшь. Ну подожди, подожди, Лёх. Блин. Ладно, еще одна попытка есть. А скалу можешь? На эту. Да, Алексей как мансует, а? Так чё, кто второй капитан? Я, поехали, В спектры. Так, Лепёх, ты, я так понял, первый капитан, да? Не. Чё, кто первый? На гоу ножи. Пускай тогда капитаном будет гудок и кекс. Да гоу ножи. Не, пиздуйте, ножи я перепикую. Ну окей. Мне кажется, самый пиздат состав набирают те, кто хуже всего играют. Ну бери, прям... бери. Ну давайте поп... тогда Жора и... Я взял Андрея, все, давай, приходи. А, меня взял? Да. Смотрел фильм этот, Moneyball с Брэдом Питтом? Нет. Где брали не скиллов игроков, а... Ну, я короче, хвоста беру. Командных игроков? Да. Сейчас не с Томом Крузом случайно? Не, Брэд Питт. Кекс. Я хвоста беру, говорю. Ну, все, я кекса взял. Саня тут... отошел, походу. А, не, вот тут. Я... А кто там есть? Я Жору беру. Лёху беру. БТС! Я Ивана беру. Вадлер. Вадлер? Да, Вадлер. Я Митяя беру. Так, в принципе, составы почти такие же, как в прошлый раз был. В прошлый раз вы проебали, чем мы выиграли. Инмейт с Вадой свапнулись. Нюк лучше. Так не, у нас КЛ был. Чё, все тут поехали? А, ну да. Рекорд еще тоже. А, ты гоу, ножи за сторону. Гоу, ножи, да, за сторону. Я хочу катать. Ой, это не я.
Я руку на серпан пока нажал, сори. А, не, я знаю ник свой. Дедман. Все, поехали, гайс. Ставьте все свои ники, да? Не, ну сейчас уже похуй. Сейчас мы все равно посылали. Уже похуй? Интересно, а что сейчас, кстати, Андрей, случилось с Дедманом? Это ж потный варкрафт. Пожирнел. Он вов играет. Играл. Слева резаные. Оба. Ты там своих режет. Все в порядке, это я. Давай, 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 мужики! Ебать, кто-то с прыжка. Он за КТ? Мы, конечно, КТ, ребят. Все, давай. Сильные всегда на ножах прыгают. Пишите, что смотрите, короче. Вы только это, если уходите с поза, скажите хотя бы. Да, да. Я нам выделяюсь. Давай, кто у нас тут капитанин? Оп. Тогда Макс, кто улица? Не-не-не, все нормально. Давайте улицу тогда. У нас отлично все. Какая нахуй дудка? Прям выбегаем и мочим их. Где дудка? Вада с кулером, да, блядь, не блочься, сука, кто так прыгает? Что за долбоёб? Вада, железку, смотри, да я... Пошёл ты! Чем сверху, я... выходят на мид! На мид? Ставлю в главном здании, ребят. На 9 поставил, 9 есть. Не, блядь, я не буду позорить имя этого человека, я лучше сделаю себе что-нибудь, типа... Ой, блядь, чё... Блядь, вада, ну... Сзади, наверху! Хорошо. Это посыпались, сука! Вада, смотри вверх, не надо со мной улицу стоять, Вада, подводишь? Ты скажи, что ты не идешь внутрь, я тогда туда пойду. Я ж написал с самого начала ангар. Все? Ну вы поняли, да? Сам. Рэмпейдж. Угу. Мутим рэмпейдж. Все так же. Смотрим. Ладно, Митяй побежал сам, но типа, ну и без него разбился. Вот я вам соло в ласт игре. Вниз идут. Рампы идут. Проходит. Близко. Не-не-не-не-не, слышь, мер, уходи. Да все нормально. Один ушел вниз, остальные пошли под дверь. Давай, я тебя подсупорчу. На девятку залезают, ребят. Все эти слова ты знаешь, Андрю, да? Ебать, хуманик. Я в дверь пойду, кто в кишку? На девятку залезают. 9-9-9 кто? Я не могу сенс вообще, я не попадаю вообще. Даже постоять. Еще раз на ты. Понятно, что план? 3 ПТС. Я патроны не купил, у меня 30 патронов на УЗИ. Отлично. Ой, взорвали рампы. 3 рампы. Рампы, больные. Попадай его! Сука, сюда иди. На девяти, ребят. Ну это ладно, слив. Посмотрю пристройку. Близко справа был. Ребят, мы же составы сменим. Чего, вы шпикали? Вы же командные игроки. УЗИ скинул кого надо. Да не, я так просто предложил. Ты помнишь, когда Игман за тебя играл? А может на машину кто апнуть меня? На бибику? Помнишь, когда Иван? Да, на бибику. За тебя играл, Андрюх. А? Ой, Жора. Когда Иван за тебя играл, помнишь? Да, прикольно было. Ну вот, мне в голову просто попало, я не хуй знает с чего. Ой, я рам прострелил. Ну, девятку прострелил. Один. Вада, ну куда ты идешь? Ну ты не можешь стоять просто на точке, ну. Ну проебываем, надо побеждать. Андрей, я тебе на 9 прострелил. Один на улице. Да. О, нормальная тема. Вверх что-то флешит, на балках. Ой, сори, ребят, это я. Балка. На лохе. Один на 9, все, минус. Ебать, что все сыпется? Ой, чё? Дена, есть наверх? Бомбу ставит кто? Вперёд ставит. Очень отчаянный поступок мне брать на ФП, на самом деле. На 9. И улица второй. И девятка. Один остался. Иван, дашь кольт мне? Ну, МК, а я тебе дам шоу. Окей. Дашь? Вот, я прыгаю. Я его через стену прострелил. Возьмешь себе что-то для меня слишком? Да, конечно. А по машину кто первый? А, ну не надо, иди открывай. Не-не-не, я по-другому. На это я пойду по-другому тоже пристрелю. Сейчас я по всей толпой идти. Может по улице сейчас пойду? Да, на улице флешки были. Один, как вот,
девятка только с другой стороны, как называется? Лох. Лох, хорошо. Вот один. Экс, там этот такой вяленый довольно-таки попал, попадал в него. А кто дверь открыл? Ребята, ап, ап вот так вот. А, вы внизу? Я понял. Но мне... Мне вроде. Что-то не надо было. Не-не-не, он наверху вообще. Где убили? На улице. Алло, блядь, ну что за бред, стал же. Так бомба стоит уже. Все, идет. Гаси, бомба гаси. Внизу, Мервин. А, ты... Да, лол, ну попади еще раз. Не, по-моему, разок попал, а так... потом все пошло во все тяжкие. Непонятно, я забыл в этом. Я там гудка, это вообще непонятно, на ходу убил. А ща на машину апнешь? Я последний. Ну, и нормально. Ну, давай. Я тогда его пристрелил же респа та же. Может, он еще без армора или прокнет просто. Вот за мной, Иван. Кто? Меня кто-то пристрелил, просто 52 хп. Как? О, изи. Отлично, отлично! А, лол. Лёха, ты прострелил? Ты прострелил, что ли? Двоих, ребят. О! Вот это да! Ты дочек понял, да? Как это работает? Понял, как тут играть, блядь. Короче, мне просто... Путки в этом. Где он? Надеюсь, он в доме, там. В доме там. Путки был на этом. В будке бегает. Да-да-да, Лёх там, да, пошёл! Наверх не вышел. Ой. Авик, забери чего, блядь, сожгите нахуй. Домой хохлы, блядь, все замолкли нахуй. Псы. А? Говорят. Как дела у вас, ребята? Хорошо, а у тебя? Получше, чем у вас, хохлов. Нету рампы, нету. На улице могут быть. Улица! Будут улицы. Улица все? Один видел. Давай, я пойду почекаю. Где? Инфу, давай, блин! С главного, походу. Утки в это. Вот он. На улице был. На улице. Да, где в окнах, ребята. Около окон. В будке, тип. И справа от будки. Бомба на этом, на главном. А вайпер на улице прострелит. Ебать, откуда? Я даже не видел. С улицы. А в будке был. Левый нижний угол возьми. Не, здесь, в будке левый нижний. Ближний к тебе. Ну ты где, братан? Да вот я. Ставь. Ой, хорош. Скрип. Ой, хорошо, яйца. Блядь. Дави это мясо ебаное. Чё, они все посыпались? Да. Красава, парни. Только в доту и может этот хвост. Да, в натуре, да и то такое, на 4 очка. Ну, Алёха, ты куда ж? Я готов. Флэш с улицы выше прилетело. Улица один. Не, Гудок, ты... Есть на улице один. Ты типа прикидывай, где это, куда ты стреляешь по... Лол, Ванёк. Ну? Понял. Не, я к тому, что опасно. Ну, летом бегают, короче. А, двое на улице. Один на нуле, на высокой этой хуйне, а один внизу. Понял, тебя ноль убил тебя. Да. Чего, поставил позицию, что ли? Да, а там нету, там не будет. А, мы решили похолдить, а я пошел. Есть. Лёха, есть у нас. Рампы? Да. Перестреливаюсь тут. Утки. Ребята, вы друг с другом перестреливаетесь, да? Ты серьезно, что ли? Есть рампы хочет идти. Проходит или что? Ой. Блять, ебать, все умирают, друг друга убивают, что за вакханалия?
Инмейту попало раза три, наверное. Инмейт просто, блядь. Инмейт вниз идет, вниз. Бомба идет, блядь, я зажал. А, да блядь, происходит. Инмейт мог. Инмейт снизу ставит, снизу ставит. А, бомбу. Он наверху был. Фишку, смотри, там просто. Ну, в общем, Митяй. Ну-ка, заткнись. Митяй. Там остался нулевый. Нулевый остался вообще. А, это кейк. Вон он. Нулевый. Выйди глянь, он дефузит. Иди глянь. И все, и уходи обратно. И уходи обратно, да. Красава, красава, Митяй. Хорош, кекс. Советы, советы слышу. Дроп. Кекс, дай дроп, пожалуйста. Где ты? Прыгаю. О, может быть. Там. Вот а еще есть дроп? Еще есть дроп? Рашить опасно. Блять. Еще дал, еще дал. Просто все, погнали, погнали. Так, мы долго суетились. Очень долго. Близко один, близко. Блять, наглый пиздец. Травы улицы. Там улица, улица, гайс. Рампы прошел уже. Один на улице, ребят, помогите. Рампа на улице. Помогите же, хорошо. Пульс остал, рампа. С улицы двое заходят, трое, трое с улицы. Куда заходит? Рампа один. Куда заходит, Андрей? У главного двое, по-моему, были, один на рампы идет. Рампу же сказал. Бомба, бомба лежит под девяткой. Пакет под девяточкой. Ай, в балках сидит. Понял. Здорово, здорово, удачи, парни. Удачи, дай мне такую же штуку, как у тебя, а? Давай, скину. А чё за штука у гудочка? А. Берём или идём? Да, ну, у меня точно ноль. Но трое-то закупились. Сказал бы, я бы тебе взял. Ноль, трое закупились, ребят. Всё, парни, стандартные позиции. А, спасибо. Андрей, там что, Тима хотел менять? Ну что? По нулю, бегут быстро. Может, трампы. По нулю? По мне, что ли? Никого, на рампах никого. Есть на радио есть. Закупом пойти. Там справа. Да ты угораешь что ли, Митяй? Прямо же что там. Где, 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 инфу дайте. У нас вот, вот там, да, 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 в, на радио были. Бежал назад к себе. Но у них калаши откуда-то взялись. Ебать, а ну, блять. Забей. Как я же засели-то, да, нахуй я полез туда. Ты инфу дал, все. Кекс, дроп будет? У меня есть. А. Тоже есть. У меня есть, да. СПС. Да, да. Прощайтесь. Может го? А, кто-то серьезно подготовился. Слышал наверх, ребят! Чё, инфу! Да. Вы можете со мной выйти, ребят, там минус два наверху. Чё вы простреливаете, там один в мумейна стоит. Вы куда простреливаете, там нет никого. Всё, мы же сказали ребят... халдим, мы же сказали халдим. Когда два минуса, я не знаю смысл халдить. И девятка. Бля, ебать Митяй, чё творит. Бомба, скрипнул счёт. Один остался. Девятка, девятка. Ты один остался, один на один. Хорош! Хорош. Мервин, вот это. МВП. Будет, будет дать? Да, дал. На клыка? Бля, парни, я не знаю, вот у вас вроде Мервинг, Жора, Хвост. А, у них тоже два якоря, да? Мейт и Факер, как мы с тобой, Андрю. Да, ты ниже вас посмотри, якоря еще одного. Да похуй, кто якорь, кто нет, главное инфу. Там он на радио был. Лол, там... отлично! Как есть тебя что? Не застопило? Там трое на рампах, трое на рампах. Один на один. Все, заходите наверх, заходите наверх, трое на рампах. Я тут опять. Ой, прострелили. Ой, Саша. Кто со мной вверх вообще держит? Почему я один? Вы можете бомбу ставить? Ага. Все, 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 хорош. Рампы был. Рампа девятка минус. Девятка улица может быть. Рампы я убивал, рампы я убивал. Я да. Смотрю девять, только плохо 9 смотрю. Девять я, девять я. Окей. Выхожу. Окей. Смотрю, смотрю. На девяти никого. Все, да смотрите улицу пристройку, и радио. Смотрю. Ну сейвить будет, я думаю, калашем ебал. А, он один. Ёго, пизды ему. Бомба, конечно, смотрите. Обычно плачевно заканчивается, но... А дроп будет у кого? Ой, хорош. Вадим нашёл. Ждал он меня там.
Могу дать. Прыгаю. Даю фоль. Давай, коллаж дам тебе. Давай, коллаж. Все, заберу. А он пробует. А, лол, так мы вообще как... Ну, мне перекинули. Финальные игроки. Что это было, ребят? Это флешка. Был Боба Путин. Давайте, ладно, я постою тут же. Закидывают. Рампы закидывают. Но они идут, не идут. На девятке. Холдят на нуле. Есть, есть рампы. Сзади зашел! Блять, вы издеваетесь. Не, не все здесь, около... Дверь сейчас выйдет. Ой, гнилая инфа, пиздец. Со скрипа зашел уже! Но любил там резом бузкой. Заходит, заходит! Двое, это... Бомба лежит около выхода, на верхней. Был один со скрипа, который убивает сейчас. Аллахи. Мы лох, лох красный. Зашел девятки, с девятки зашел! Красный лох. Из решетили. На эко, блять. Ну как на эко, на относительном эко. Есть что кинуть? Да. Каках! Да, да. Кинуть есть. Как хотел. У меня на самом деле есть одна стратегия сейчас. Ну, я на последний раунд ее напишу, которая вот такая называется, и типа без вариков. С улицы. Хорошо, ребят, счастливо. Нормально. Все, все, я разобрался уже. Да, старта нормальная. Ничего, сверху. Ну, это... На балочке нет. Этой. Угу, угу. Вова Путина. Блин, если бы он меня не убил, я бы... Ой, есть Саша? Да, да, ну мне показалось. Там. Короче, а последняя страта? Вот, типа, и вот так вот. Ага. О, не, вот так вот. Ага, ага. Типа, беспроигрышная, потому что, ну, вот... Мы бежим, типа, с ножами, мы крутые. Утка прыгает. Ой, флэш дал. Это топ-1. Девятки один. Два наверх, два наверх. Я не А, спин он зашел опять. Скрип, скрип прошел. Спасибо, брат. Короче, ребята, кто бежит от инмейт? В смысле, я забежал девятку, словил. Кто бежит в будку? Не кидайте вообще флешки, забудьте. Я не кидал, я словил девятку. Ну, кинули в нас флешку, на самом деле. Я просто ее пробежал сразу, а вы там остановились и не пошли. Где он есть-то? Да в будке, будке. Ну все, переходим. Нигде он. Нигде, да. И звать его никак. 8-7, короче, я смотрю... Сейчас мне надо... Я смотрю вот это вот. Ты тоже? Или меня прогоняешь? Ну, пишите, я не знаю, как бежать. Ладно. Как-то медленно надо. Надо, чтобы кто-то смотрел. Полная ясность была. Ребят, вот я пропрыгну. Вы, главное, смотрел. Не вставайте, пожалуйста. Просто пробегайте. Ну, давай, ты, давай, ты, брат. Куда побежал? Ладно, ладно. А, я знаю, как смотри, он пропрыгивает, он же как нижний, он на нижний еще в кишку пропрыгивает. Рампы очень много. Не-не-не, они здесь, а вышли на рампы. Надавали мне, блять. Бегут на... А нет, стоят, тусуются на рампах. Да поставьте на нижний уже. Да ну нахуй, ну все под 9 прошли, блять, кто на девятке? Вы... Че вы не слезете? А девятка спрыгнул! Хорошо, еще кто-то спрыгнет, нет там? Пойдем. Все, наша позиция, кто? Бомбермен, работай. Не-не, Митя, не на верхней. Митя, там никого нет. Ну все, держите один этот самый подъемчик, второй, лёг, главный, путь. Третий, будку. На одной волне. Поднимайте здесь. Поднимался. Где? Бервинг полет. Вятки или где? Не, где-то вот здесь поднимался, пакет. Вот хуйня. в этой. Питяй, в скрипе. Лёха чекает, как в третьем классе. Прям под сраку. Ой, не лезь, Вада, просто жди. Около скрипа! Ой, бля. Митя, а Митя. Я так не хотел умирать, но он придет. А Гудок засейвил глок свой. Но у меня броня была, я покажу. Митя засейвил усп. Я броню засейвил. Вот так вот, только... Куда идем? Пишите. Да, все. Главное, чтоб все вместе делали, ага. Быстренько, да? Я прям первый.
него. Да, но я сейчас не первый, кто первый. Не-не-не-не, я тебе, я понял, я сейчас объясню тебе, что я имел в виду. Только не сюда же. Сюда не надо было кидать. Да и туда не надо, там никого нет. На крыше один. Бомбер ты спускается вниз. Крышу. Бомбер вниз спускается. Блять, они оставь, вышли оставь. На крышу. Ну. А ты... Ребят, ну... Саня. Вова Путин. Бомба внизу, бомба внизу. Что ты туда смотрел? Бомба внизу. Бомба внизу. Мы с оружием. На улице. Идет на базу. На свою базу идет? На свою базу. Спустится кто-то ко мне или нет? Я там. Все, смотри. Хочешь гранату под ноги? Давай. На. Спасибо, брат. Вот он. Где? Вот он. Изи. Скал-то разбирается с такими. Ну, я это без комментариев просто, на самом деле, то, что как-то часто меня убил. В смысле, он тебя видел и просто стрелял, походу? Я тебя видел, просто, да, стрелял. Блять, два хедшота через стену. В чём проблема, он тебя видел? Он меня видел, но два хедшота с такого ранжа через стену. Вы ебанутые? Я тебя видел. Бля. Последнее слово — это точки. Вы чё твои? Чё вы все сюда идёте? Бля. Я понял, я меняю позицию. О! Тебя? Ой, я не знаю, я прострелил или... Ой, бомба у меня, бомба на нуле. Блять, он, короче, он в будке был, ушел. О, бля, извини, братан! Судя по всему, кто-то был в будке. Там был один мир. Там. Уже они на крыше один. Сидят, это просто пиздец. Зашел на ноль, зашел на ноль. Скрип. Ноль. Будка. Радио. Без бомбы. Бомба второго. Улица. Бомбы срослись. Один, короче, ноль, второй улица с бомбой. Ноль минус. Там ты. Улица с бомбой, если уже пройти, один не спустить. Нет, я палю, не мог там пройти. Он где-то сидит сверху. Бомбой. Сейчас может хуй знает. Митяй типа внизу. Него пройти, он мог пойти только к тебе. Митяй внизу, все. Митяй сейчас очень важно. Не сдохнуть? О, вышел на открытый. Лёх, нерв! Ну, стой, да на любой, блядь, что? Не, будет дать один. Нерв или что это? Да, кому? Прыгаешь? Мне показалось, что он там... Пусть хвост сейчас пойдет, есть план. Я подумал, просто дрогнула рука. Идите, кто куда вначале писал, типа. Хорошо. Не, у меня не дружат, еще кекс. Улица один. Повтори. Да. Будка сзади заходит. Сюда. А, ты хочешь наверх? На будке вышел. Улица двое. Близко, хвост. А зачем ты меня сгорело оставил? Никого нет, тут пусто. Не, один был. Один он был. Есть. Он топ один был. Пройдите, поставьте на верхний. На верхнем нет никого, алё. Поставьте на верхний. Ребят, я вам сказал, там утки прошли. Улица еще один. Да ну нахуй, ну! Куча заходит! Хорош. Зашел. Как ведь инмейта не убил, не понимаю. Он ангара был. Ну это не просто в попу настрелял. Настрелял. Где ласт, ребят? Ты встал и вообще не ебано так. Дефусь. Где ласт? Дефусь. Я без щипцов, по-моему. Я с щипцами. Ага. По девятку не ставь никогда, если бы ребят, сами девять ребят. Такое чмо, конечно, ты нерв. Что-то у меня горит. А сильно видно через эти решетки? Ну, блин, если черненькое появляется там. Нерв еще как-то через дох-то этот дым стреляет вообще на ура. Ну видно, когда черненькое появляется. Хуй, у меня ничего не видно, я белый. Ну потому что ты через дым идешь. Рампа, пишет Леха. Или я Андрей. Я не иду. Слышь, Саня? Они зашли со скрипа вниз. Зашли уже. Улица один. Ладно, я иду вниз. Мерт, я не с тобой. На инсайде один. Низ проставили. Где? Низ проставили, улица один. Низ поставил и убежал влево. Сейчас я с ним поговорю.
Нет, он говорил? Говорил. Вова Путин с такими, блядь, нахуй. На третий срок переизбрал меня. А, там на улице с ножами воюют. А на улице на ножах драка. Середина игры, на улице дерутся на ножах. Батл так батл. Ну, кстати, все по чесноку, 35 хп. И я нашел на ножах. Ребята, я буду смотреть вот это сейчас. Вот это вот. И отмени буду сюда там это смотреть. Слышь, там самый веселый, да, я там? Ладно. Кстати, Дрюс, 5-1 на 1-5. Мне кажется, надо повторить. Давай. А что повторить? Ну, типа, я сейчас с ним ебашусь на ножах. Почему все? Зачем все сюда пришли? А, мы снова сюда все идем, ладно, ребят. А где там у нас здесь? Рампа есть. На метя и все. Вышел. Бомба. Да, вижу, бомба, ну, ебать, бомба. Из будки один вышел. Ульца ВП. Не, обратно зашел. Да, блять. Вот чё ж не в голову-то? А, ух, вей, ты попал в голову. Будка минус. А, это не тот. Улица АВП. Да-да-да, Саш. А там два АВП, Саш. Не-не-не. А, да, лол, да, за ангаром. Чё Андрюх. Там? А. Будка минус, говорит, слышь. Будка минус? Да. Короче, я вот это посмотрю, пожалуйста. А, через это, да? Давай. А, да. Саша, потому что Митя не хочет меня туда пускать. В смысле? О, хочешь тебе скину демку? Нет, сейчас ты пошел. Ты сейчас пошел, я туда не пошел. Ну, типа, это нормальный прострел. Конечно, хочу. Скинь, пожалуйста, Мерв. Не по тому же плану, через дверь заходят вниз. Ну, очень хочу. Один туда прыгнул. Мерв, можешь скинуть, пожалуйста? Вот сзади. Мерв уже около будки. Сзади. Ну, пожалуйста, ну скиньте кто-нибудь репку, как ты простреливаешь. Внизу кто двери открыл? Там походу один прыгнул внизу. Внизу, да, один внизу. Внизу, да, в кишку. Поставь, что ты, блядь, смотришь. Да ты ебанулся, блядь. Что ты тут делаешь? На реакции взял, но пушка не вывезла, блядь. А бомба руки? Бомба ноги! Наверху бомба. Внизу бомба. Середине. Наверху? Мервик мафия, внизу бомба. Верхний. Наверху бомба. Он где-то на нуле. Скрип. Слева от будки. Стой. Убей его. Это последний раунд. Ну хост, давай, чем? Забирай хвост. Да быстрее. Вань, убей его. Это так круто будет, Вань, ну давай. Купите щипцы уже. Какой последний раунд? У нас еще два раунда нам надо выиграть. Хорошо! Хорош. Так, Сань. Скидываю тебе. Что тебе скинуть? Ничего не надо. Понял, да? У него денег нет, ему ничего нет. Я выполняю желание публики, ты выкупаешь? 8-7 же еще, да? Иван. Да, 8-7 наш был. Иван. Да все нормально. Сань, все отлично. Спасибо. Только если в затылок потом прилетит, нет. По-братски? Ну да. Вовке уже прилетело. Как ты говоришь, Иры? Ну типа прицел держишь и разговариваешь. Я ж не двигаюсь, ты пробежишь или не добежишь, ну типа ты меня убьешь. Потому что я не двигаю его. Наверху сидят. Ой-ой-ой. Кто это? Это Леха, по-моему. Ставит плент, поставил наверх. А, с рампы. С радио. Ой-ой-ой. Куда? Наверху. На улице. Пацаны. Через будку зайдет. С пристройки один был. И один, хуй знает где. Но я не возьму. А, изи. Прям короче, Алексей, я как лох. Просто космос. Я нихуя не попадаю, ты убил всех. Есть что, блядь? Есть что, ребят? Нету. Прыгай. А не последний шли раунд? Нет. Мы же его проиграли. Вот, я Ак же скинул. Кто там прыгал, блядь? Ладно. Ака скинул. Что не сказал? Сзади. С улицы прилетела флэш. С улицы минимум 2. Гопсет, прям. Да, улица минимум 2. Ну и где вы? Ну почему мы не идем, блядь, никуда? Мы террористы, нахуй, или мы пидорасы? Бля, меня прострелил. А, нет, с будки один. Ой, так, блядь. Я понял, мы пидорасы. Ой, сори.
На улице, типа. Блять, ты заебал своих убивать. Вы, блять, выходите, где вас вообще быть не должна. Мы за контри. Я зашел туда. Да, блять, улиц двое прошли, один вниз. Хорош, блять. Убейте, мы опять совсем, блядь, мне уже надо уходить. КВшки играешь? Да. Играю официально. Куда? Давай, Митя, одного, верхний, второго. Верхний будет. Вверх? Меров наверху два было. Один уже. О. Спасибо, спасибо. А, понял. Да скинем бомбу, скинем вниз. Она из девятки бомбу кидает. И сам скинься, вот блядь. На девятке сейчас будет. В моей не знаю. Давай на девятку, на девятку! Оба наверху, один на планте, вот один за ящиками. В анальке был, левый. Чё-то не умер. У меня хп очень мало, по-любому. Там 100 хп, я тебя прошу. Ага, 120. Ну вот сейчас 80. Ага, 180. 300. Отсосил так. Ааа. Максим, Максим, хорошо. Ребят, бомба, короче, по инерции за собой меня понесла. Гайз, будет что кидануть мне в руки прям? Да, могу. Давай. А где ты? Вон, прыгай сзади. Это. Я уже скупился. Твою мать, твою, блядь. Так же, как в предыдущих раундах. Да, то есть убиваем всех и выиграем раунд. Все, хорошая стратегия. Всех? Согласен. Так, не, сюда нахуй не пойду, здесь прострелят, хотя там тоже пизды дают. Вообще никуда не пойти, везде пизды дают. Глянь скалу. Война какая-то. Да я вам, блядь, постреляю сейчас, да, он. Где? Сзади. Ну, ребята, такие вы сладкие. Я уже у них на базе, бомба тут. Там тут, еще двое на базе, прямо на базе. Идет один на крышу лезть, второй у себя эту машину. Постно, бомба у них на крыше. Идти последний у них на крыше. Хорошо. Хорошо, счастливо, хорошо, ребят. Правда, мне надо было уходить, я решил закончить. Так, нам еще один раунд. Блядь! Ну ладно, смотри, мне надо очень бежать, поэтому... Давай, пока. Давай, счастливо, Саня. Ну давайте. Иван, ты почувствовал силу. Теперь денег больше будет. С чего вдруг у меня денег больше? Я один ливнул, его деньги нам идут. Или другая игра. Другая чуть-чуть. Игра. Пошло! Этот пришло. Вова Путин своим стандартным маневром. Ой, Вада! Он убил, король. Еще отсюда, да сколько можно? Сколько вас там? Макс, они наверх еще, ты лепешь. Я не буду. На пленте один тип. Беги быстрее, Макс, ставь туда. Да попади ж ты по нему! Паня, это что такое, блядь? Это вышел, зажал, называется, скрюк показал. Внизу на планете. Пойду-ка посмотрю, я новей. А чё, вот и... А чё, они играть сейчас с кем-то будут? Ну, вроде да. А вроде нет. Внизу там сидит, вон, за ящиком. Так будут или нет? Так, вроде за нет. Изи. А кто сказал, что будут? Изи катка. Не, никто не будет играть. Всё, я... Всё. Я тоже всё, в пизду. Так как же 2x2? 2x2 только на деньги мы теперь с вами играем. Бля, сейчас, мне кажется, Мервинг вас и один отхуярит. Лол. На лаве, на лаве. Ну это ж не 5 на 5, ты не... Андрюх. Скиллы решаю. На лаве, давайте. На лаве, на... Сколько? Ну 70 рублей на сервер новый, что ли? По сотке с лица, давайте. По сотке рублей, что ли? С души, Андрюх. Я сейчас открою свой мани и скажу тебе, что там 15 рублей лежит. Так это никого не ебёт, он в долги вгоняет. Играем на все. Андрюх, ставишь за меня? За тебя. Кекс. Не, завтра тут. Ну вот видишь, завтра? Они мёртвые, пиздец. В смысле, Пай. Почему? Чё, а чё, они, ну 100, не, ну на 100 рублей, если бы на 100 долларов хотел. Давай на 100 долларов. Можно было бы сегодня. Выигравший получает 3-2-2, да? Проигравшему, что просто. Там тоже 100 долларов было. Смешная шутка, что-то пиздец, Мир. Второй день уже, кстати, ты меня радуешь такими шуточками. Блин, мне кажется, ты просто горишь, на самом деле. Огонь души моей горит. Ну ладно, короче.
Да в пизду, все нахуй, в пизду. Чмоки, чмоки. Все четверо попадают в пизду. Иван, Иван. Тут... Да, да, мы тут. А есть ссылка, Андрей? Вообще говоря, это, мы в Дотан. Будет кто еще? Я. А что, обычный мод? Ранкет матчмейкинг? Да, да. Ранкет. Потнявый такой. Парни, ладно, давайте, счастливо. Иван, собирай, пойти, я сейчас наберу. Спасибо вам за игры, идите вы нахуй. Со своими хэдшотами. И тебе спокойной ночи, Дрюс. Особенно Жора, блять. Нахуй. Так, ладно, ребят, спасибо за просмотр и удачной вам ночи. Спокойной и удачной, кому как. Все, всем пока, всем удачи.